В связи с окончанием года в регионе сдвинули обычные сроки передачи показаний приборов учета и даты выпуска квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Платежки доставят гражданам уже к 25 декабря 2020 года. Рекомендуется их оплатить до 28-го. Чтобы сократить число личных визитов в офисы МособлГРЦ, можно воспользоваться сервисом «Умная платежка». Приложение позволяет досконально разобраться, сколько, за что и кому житель платит. С его помощью можно онлайн, без комиссии, оплатить все услуги. Проект ранее стартовал в Можайске, Химках и Красногорске и сейчас доступен практически всем жителям муниципалитета, в том числе и мытищинцам. Приложение можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Умная платежка позволит вам быстро получить достоверную информацию, экономя драгоценное время и ресурсы.